Здоровеньки, амиго. Погнали посмотрим видосик. Гейм. Grand Theft Auto 4 — это без малого игра Титан. Игра-эпоха, выход которой ознаменовал столько всего, что сегодня я практически весь выпуск буду рассказывать только о ней. Никаких длительных экскурсов в дела полтора конкурентов, часа никаких только о ней. Получасовых вводных в контекст и так далее. Только спрессованная информация. Поэтому растягивать приветствие я тоже не вижу смысла. Надеюсь, вы помните, что находитесь на сайте stopgame.ru, что меня зовут Иван Лоев, и догадываетесь, что это 9-й выпуск истории компании Rockstar Games. Я в предвкушении. Итак, из истории сравнительно отдаленной мы наконец-то добрались до, так сказать, новейшей видеоигровой истории. Сегодня в кои-то веки речь пойдет о событиях, свидетелями которых были, пожалуй, все мы с вами. Подумаешь, GTA 4 вышла всего-то 10 лет назад. Да я тогда даже про стоп-гейм не слышал. Но так же, как и в случае с Grand Theft Auto 3, нам сначала придется сделать небольшой обзорный экскурс в то, что происходило в те времена. Ведь на стыке 2007 и 2008 годов творилось много всего. Перво-наперво невозможно игнорировать смену игровых поколений. PlayStation 2 и первая Xbox передавали эстафету своим наследникам, PlayStation 3 и Xbox 360 соответственно. Новые консоли буквально поражали воображение своей мощью, позволяя генерировать на экранах телевизоров какое-то безумие, доселе невиданное в степени своей реалистичности. Шок и трепет от первых демонстраций мощностей нового консольного железа я лично не забуду, наверное, уже никогда. Потом, правда, выяснилось, что последнее оказалось пререндером, как и геймплей новой части Killzone. Но что поделать. Все это нам показали на E3 2005 года. Торможусь я тут для того, чтобы отметить тот факт, что тогда же были замечены первые кадры The Getaway 3. Продолжение культовой в определенных британских кругах серии, которая хоть и пыталась, но не смогла потягаться с GTA. Однако дальше этого ролика проект так фактически и не ушел. А эта технодемка породила слухи о том, что новая GTA будет в Лондоне. Но это оказалось, разумеется, ложью. Анонс четвертой части Grand Theft Auto произошел ровно через год. На пресс-конференции Microsoft в рамках Electronic Entertainment Expo 2006, где Питер Мур легким движением руки обнажил соответствующую татуировку. А также произнес много красивых слов в сторону разработчиков и грядущей игры. Но не показал ничего конкретного. Дату релиза разве что назвал. Октябрь 2007. И вот весной 2007 вышел первый трейлер. И о нем мы сейчас поговорим, но сначала... Рандомный факт. А вот знаете ли вы, что первые зарегистрированные случаи так называемого рекролла относятся именно к выходу первого трейлера GTA 4? А вот, знаете. Штука вот в чем. Когда ролик выпустили, а было это 29 марта 2007, серверы на сайте Rockstar Games моментально легли из-за наплыва желающих его посмотреть. Тогда некий умник сделал перезалив на YouTube, куда и воткнул знаменитую песню Рика Эстли. И с тех пор в интернете есть добрая традиция подкалывать людей, давая видео какое-нибудь аппетитное название, но загружая туда вот эту песню.
Я не знал, но это теперь очень прикольно будет. Всего у 4 GTA было 4 непродолжительных. Ой, прикольно знать корни, откуда пошел рекролл. Вот это очень полезно достаточно. Трейлера, это исключая всякие мелкие тизеры, ТВ-споты и подобное. И интересно это с той точки зрения, что, смотрите, к 2007 году Rockstar Games стала той компанией, которая может заставить общественность сходить с ума от одного минутного ролика, в котором, к тому же, ничего экстраординарного так и не показали. Вообще, вся промо-компания GTA 4 выглядела не как череда громких обещаний о новом опыте, новом поколении, а скорее просто уведомление, мол, вот, чуваки, мы тут делаем новую игру для нового поколения консолей. И ключевым поводом для пересудов до релиза была национальная принадлежность главного героя, Ника Белика. Русский он или кто? А потом вдруг оказалось, что в игре есть функционирующие сотовые телефоны, ТВ и даже полноценный свой собственный интернет с тоннами спама. Впрочем, это была только вершина айсберга неожиданностей, которые подготовила игра своим посетителям. Но перед тем, как погрузиться в ее недра, давайте обозначим, что на консолях игра вышла все-таки с некоторым запозданием. 30 апреля 2008 года. А на ПК добралась спустя 7 месяцев после этого, в декабре. Главным новшеством, обусловившим многое из того, о чем я сегодня буду говорить, является переход с движка RenderWare на абсолютно новый Rockstar Advanced Game Engine, сокращенно RAGE. Продвинутый игровой движок Rockstar. Возник он, разумеется, не на пустом месте и не из воздуха. Хаузер вообще давно хотел завести для игр студии какой-то свой движок, но понимал, что с этим делом лучше не торопиться, поэтому часть людей из Rockstar San Diego в районе 2005 года переключилась с разработки игр на создание нового движка и инструментария к нему. За основу ребята взяли свой же Angel Engine, но глобально доработали его по всем пунктам. Назвали их Rage Technology Group, и долгое время они отчитывались только руководству Rockstar, а на публике никаких результатов не демонстрировали. Хотя последнее вообще не в курсе было, что там за кулисами что-то кашеварится. Первым публичным результатом работы нового двигла стала игра Rockstar Games Presents Table Tennis. Настольный теннис, вышедший в 2006 году на Xbox 360. Но там, честно говоря, никаких особых выводов нельзя было сделать. Теннис-то настольный, это все-таки очень локальный вид спорта, там ни размаха, ни эпика, ни динамики, ни масштаба. Хотя сама игра получилась вполне адекватной. Поэтому почетная честь продемонстрировать миру всю мощь нового моторчика выпала на долю GTA 4 и Midnight Club Los Angeles, о которой речь шла в прошлом выпуске. И вот что они показали. Главным достижением Rage, как и в свое время RenderWare, оказалась удивительная гибкость моторчика, которая позволила довести динамическую подгрузку более детализированных моделей и текстур до пика. Если в GTA 4 залезть на какую-нибудь верхатуру, то вы сможете увидеть все пространство Liberty City. Второе, что поражало при подобном размахе, это присутствие динамических теней. Меня в игре... Поражает, как при таком просмотре и обзоре компьютер просто не сгорал нахрен. Большим открытым миром машинные фары по ночам честно обрисовывали силуэты всех встречных объектов. Но, что, пожалуй, даже важнее и заметно не так вот прям в лоб и сходу, в Rage внедрили кучу физических крутых движков. Базовый Bullet отвечает за просчет привычной нам ньютоновской физики, коллизий и подобного. Но реально прорывной фичей оказалась технология Эйфория Physics от компании Natural Motion. Этот хитрый инструмент помогает отказываться от привычного всем, но несколько деревянного и неестественного рэгдолла в пользу более плавных и уникальных движений, создаваемых процедурной генерацией. Конечно, без казусов тут тоже не обошлось, как и в любой другой системе процедурной генерации контента, однако позитивный выхлоп был явно больше. Да и баги преимущественно были смешными, а не раздражающими. В результате описать естественность поведения героя и NPC в играх с этой технологией
довольно сложно, потому что она ощутимо превосходит все остальные игры. Герои очень натурально падают, реагируют на столкновения с окружающими объектами, хватаются за поврежденные или простреленные места, за окружение, друг за друга, и все в таком духе, создавая в результате очень интерактивный опыт взаимодействия с окружением. Правда, есть подозрение, что стоит это дело довольно дорого, потому что, исключая продукцию Rockstar Games, которая поголовно снабжалась физической эйфорией со времен GTA 4, игр с этой технологией было всего три. Дилогия Star Wars The Force Unleashed и американский футбол Backbreaker. Что как бы намекает. Вообще говоря глобально, моя задача сегодня объяснить и, так сказать, показать, каким образом GTA 4 совершила ровно тот же переворот с серией, что и GTA 3 в свое время, которая умудрилась переплюнуть конкурентов, вывести игровой процесс в полностью трехмерное пространство и так далее. Вот только если смотреть на краткое описание, то четвертая часть от третьей не слишком-то и сильно отличается. Открытый мир, криминальный сюжет и всепоглощающая свобода. Даже место тоже. Liberty City. Но дьявол, как говорится, кроется в деталях. Ну и давайте, наверное, начнем с краткой пробежки по сюжету, потому что он, по доброй традиции, задает тон всей игре. Первое, что встречает игроков, это титры. Одни из, наверное, лучших открывающих титров в играх, которые я вообще видел. Из них нам становится ясно несколько вещей. Первое. Главный герой – выходец из Восточной Европы по имени Нико. Нико Белик. Ветеран войны, понаделал там каких-то делов и вот приехал к брату в Америку, так сказать, в страну возможностей, где каждый может начать жизнь с чистого листа. За этим, собственно, Ника и гонится. Второе. Роман, его брат, который соблазнял Ника рассказами о том, какой у него тут здоровенный особняк, оказался несколько не так успешен, как говорил, и в результате владеет он только захудалой квартиркой и небольшим таксопарком на Хоув-Бич. Третье. Музыка, играющая в титрах и на экране загрузки, прекрасна и вылезет из головы сообщества фанатов, возможно, вообще никогда. Автором ее был специально нанятый композитор Майкл Хантер. И это все, что нужно знать. Я сегодня не буду рассказывать об актерах, принимавших участие в озвучивании игры, по одной простой причине. Где-то году в 2006 Rockstar Games обзавелась собственным режиссером озвучания. И просто режиссером, для катсцен тоже. Благодаря чему привлечение громких голливудских имен больше не требовалось. А значит, если я не скажу, что главного героя этой части озвучивал Майкл Холлик, то никто особо ничего и не потеряет. Зато начался обратный процесс. Особо крутых актеров, сыгравших в играх Rockstar Games, стали звать в другие проекты и все в этом духе. А звезд и просто известных людей стали приглашать на роли диджеев на радиостанции. А дальше стартует необычная для GTA движуха. Необычная в том смысле, что качество и уровень подачи происходящего здорово скакнули вверх. Примерно первая треть игры представляет собой криминальную историю с парочкой лихих сюжетных поворотов, с отлично поставленными кат-сценами, отдающими хорошей тарантинщиной, и выразительными, харизматичными персонажами. Начинается все с малого. Роман оказывается не просто выдумщиком и затейником, так еще и азартным игроком. И как любой, влипший в такую историю, он должен денег каким-то там албанцам. Ника в свойственной ему манере решительного человека ломает руки албанцам, и тут выясняется, что они работают на Влада. И сей товарищ среди поклонников игры, да и далеко за их пределами, известен благодаря одной фразе. Я говорю про капусту. Зачем нужно жрать капусту, если есть картошка? Но по факту именно он и есть кредитор Романа. Постоянно подкатывает к его девушке, Меллори, и вообще ведет себя как свинья. Чем в какой-то момент доводит Ника до ручки, вынуждая покончить с ним. И тут начинается шевеление. Влад-то тоже не сидит на верхушке криминальной цепи. И Михаил Фаустин, его босс, решает разобраться в ситуации. Для пущего погружения и чтобы вы смогли ощутить постановку не только с моих слов, покажу всю сцену. Who is he? He is his cousin.
You were about to cut up some guy in my house, making all that noise to find out he's his cousin. Where did you find this idiot? He was a friend of your sergeant when we were in Vladivostok. He's an imbecile. So, Nico Bellic, you think it's okay to kill my employees? If he is an asshole, yes. Do it! I agree. Asshole, look at me like I'm a piece of shit. Боже мой. Now listen, Nico Bellic. You are very lucky Vlad was an idiot. The only reason I keep him around is because I fucked his sister. Look at me. You owe me. I got some digheads in my neighborhood trying to run a shipment, yeah? And we found a buyer for the TVs. Yes, a buyer. But you got to get them for us so we can make the sale. Can you untie Roman? Хорошо. Необычно слышать еще русскую речь. Stop shooting people, you maniac! My wife doesn't like when people shout! Whatever! You better get those screens soon! Or I will personally pull your cousin's stitches out, one by one, and watch his guts spill onto the floor! Clean this shit up! В общем, Ника приходится начать работать на Фаустина, но все не так просто. Его империя медленно рушится, и власть улетучивается из рук, как песок сквозь пальцы. А сам он становится неуравновешенным и изрядно психованным, осознавая собственное бессилие, что делает его чуть ли не таким гамлетовским злодеем. Все эти процессы не может не замечать его старый верный друг и соратник Дмитрий Раскалов. Но делать он ничего не может. В конечном счете герою приходится убить Михаила. No one, not Dmitry, not anyone tells me to come. You think Dmitry would have survived prison? А там действительно в оригинале играли ранетки? Реально? Что? He'd just be some prison queen had I not been there. Meet for some gin monkey. Твою ж дивизию. И тут-то и выясняется, что новая жизнь, которую хотел начать Ника, полностью новой не будет. Тот, чего он бежал в Америку, а точнее тот, от кого он бежал, настиг его здесь. Некий русский криминальный авторитет Радислав Булгарин, которому, по его мнению, задолжал Ника, нашел его в Либерти-Сити. И с ним тут же спелся Дмитрий. В результате таксопарк Романа вместе с его квартирой уничтожают, и героям приходится бежать в другую часть города, где они знакомятся сначала с Мэнни, парнишкой, который под присмотром камеры вечно типа патрулирует улицы и очищает их от заразы, а на самом деле просто выкобенивается. Потом с Элизабет Торрес, женщиной в мужском мире преступности. Через нее Ника сходится с плейбоем X, вполне активным наркобарыгой, у которого намедни откинулся из тюряги кореш Дуэйн, который раньше всем заправлял вообще-то. А место в городе есть только для одного из них. Для кого именно, выбирать придется Ника. В принципе, где-то здесь заканчивается крутая вводная часть игры, потому что дальше происходящее очень резко проседает как в динамике, так и в харизме появляющихся на экране героев. Из достойных упоминаний персонажей здесь есть члены семейства Макрири в составе офицера Фрэнка Макрири, который так печется о своей репутации, что готов любого, кто угрожает ее белизне, убить, расчленить и скормить свиньям. Паки Макрири, просто молодого человека с криминальной... Наверное, удивительно будет, что я скажу, но я бы, наверное, поиграл бы в GTA 4. После ранеток на заднем плане я такой задумался. Блин, я многое упускал. Я очень многое упускал. Криминальным складом ума Кейт Макрири, его сестры, тихой и смирной девушки, которая вроде как бы и в курсе, чем занимается ее семья, но не особо помогает, не мешает. После первой же встречи, кстати, западает на Ника. Рэй Бачино, сомнительный супчик, обитающий в верхах мафиозной семьи Пегарино, на которую Ника тоже придется поработать. А, ну еще, пожалуй, стоит упоминание Мишель. Девушка, с которой Ника знакомится где-то в первых же миссиях, а через несколько свиданий выясняется, что она работает на какое-то загадочное правительственное агентство, но не ФРБ.
И, кстати, нет, это не оговорка. Местный аналог ФБР называется ФРБ. В конечном счете все это приводит к тому, что Ника находит двух своих бывших подельников, из-за которых он и влип в конфликт с булгариным. Один из них полностью изменил свой имидж, и ему Ника даже поможет разобраться с новой жизнью. А вот второй, тот самый, кто их издал, появится только в самом конце. И герою придется решать, убить его или нет. So that makes it okay to stab your friends in the back. When everything you believe is shown to be shit, you make strange choices. Fuck you! Strange choices? How much? A thousand. You kill my friends for $1,000. How much do you charge to kill someone? После этого случится концовка, в которой, в зависимости от выбора Ника, погибнет или его брат Роман, или Кейт МакКрири, с которой он пытается строить отношения. Но зато Расколов и Пигарина в любом из вариантов получат свое, а Ник решит, что так продолжать жить нельзя. You're a strange man. You killed your best friend. You betrayed everyone who ever came in contact with you. You killed my cousin. I guess the survival of the fittest thing really meant a lot to you. В конечном счете история GTA 4 неизменно делится на две очень неравноценные половины. Первая — это чуть ли не криминальная притча о городе и преступной жизни, кипящей в нем. Здесь Ника, как заправский безумный Макс, постоянно... Какая музычка на заднике играет. Я, когда я последний раз эту песню слышал, вообще не могу представить. Натыкается на каких-то персонажей, узнает об их проблемах, неразрешимых конфликтах и смело рубит Гордиев узел, когда видит его. Тут куча всякой морали, минорных бытовушно-размышлительных настроений и фраз, которые хочется разбирать на цитаты. War is where the young and stupid are tricked by the old and bitter into killing each other. I was very young and very angry. You know, if there's one thing I've learned, it's that we must obey the rules of the game. We can pick the game, Niko Bellic, but we cannot change the rules. И вообще выглядит и ощущается это свежо для серии и игр в целом, потому что в центре оказываются люди и их проблемы, а не просто чья-то жажда наживы или власти. Ника, как герой, вообще нетипичный персонаж для серии. Ведь что Клод, что Томми, что Си-Джей, что все остальные, все были молодыми и пробивными, стремились куда-то вверх, а Ника хоть и 30 лет, но он уже успел хлебнуть лихо и сейчас просто ищет свое место в этом мире, где можно будет побороть своих демонов. Да, об актерах озвучки я сегодня не распространяюсь, но вот о потенциальном главном герое промолчать не могу. Впрочем, ничего особо нового я тут не скажу. Образ Ника был позаимствован у сербского снайпера из кинофильма «В тылу врага» 2001 года, где героя играл Владимир Машков. И изначально контракт на озвучку персонажа Rockstar Games предложила именно ему. Однако не сложилось. И мне не сказали тогда, что это такое. Может быть, я озвучил, но не знаю. Но это интересно, часть профессии, но не особенно меня это увлекает. Ну, отказались тебе, что неинтересно? Ну, как-то да. Я даже не знал, что это. Я не принял это всерьез. А то, что я очень люблю играть. Жалко, ну и на правах совсем уж рандомного факта отмечу, что... Как так-то? Отказался от озвучки такого интересного персонажа? Поснятого по тебе же. Ника похож на единственный 3D-арт Клода Спида, главного героя второй части GTA. Возвращаясь к разговору о герое и мире.
Первая треть игры в этом отношении выглядит вообще как рассказ о том, что в пресловутом афоризме «Land of Opportunities» эти самые возможности предлагает не абстрактная земля, а вполне конкретные люди, которые делают вполне конкретные выборы в своей жизни. И что на самом деле для этого не обязательно находиться на какой-то особенной земле. Надо просто принять правильное решение. Тем печальнее видеть то, во что игра крайне резко скатывается в остальных своих двух третях. Ника превращается в простого наемника, который приходит к очередному работодателю. Тот спрашивает: «Тебе чего, чувак?» А герой отвечает: «Ну, мне нужны бабки, и я готов замарать ради них руки». Не то чтобы он изображает совсем уж беспринципного парня, но все равно контраст очень сильный. В любом случае получилось очень нереалистично и с драмой в конце, что само по себе для серии GTA нетипично. Но это сыграло с игрой злую шутку. Потому что подобная приземленность пришлась по душе далеко не всем. Да и надо заметить, объем сценария оказался очень увесистым. Из-за чего через вторую и скучную половину прорваться смогли далеко не все игроки. Впрочем, тезис о реалистичности и ее неоднозначном восприятии можно применить ко всей игре целиком. Потому что вся GTA 4 пошла именно этим путем. Практически в каждом игровом аспекте, начиная с графики и подбора уровня цветастости картинки и заканчивая перестрелками, физикой вождения и миллионом учтенных в окружающем мире мелочей. И к разговору об этом окружающем мире давайте уже и перейдем. Как вы все поняли, дело снова происходит в Либерти-Сити, городе свободы. Прототипом его по-прежнему был Нью-Йорк, но теперь уже образца 2006-2008 годов. Громких слов о том, насколько Либерти-Сити оказался похож на своего вдохновителя, какое количество достопримечательностей перекочевало из реальности в виртуальность, я произносить не буду, а расскажу короткую историю. Мэр реального Нью-Йорка Майкл Блумберг обвинил Rockstar Games в том, что она, дескать, слишком дотошно перенесла в игру подвластную ему территорию и что он, цитата, не поддерживает... Даже так, да? Даже так! ...выпуска игр, в которых очки начисляются за нанесение травм и убийство полицейских офицеров. Хотя на самом деле вообще-то никакие очки никому не начисляли. Но ему-то начали даже поддакивать, мол, да, переносить события в GTA, самый безопасный крупный город Америки, все равно, что превращать Диснейленд в площадку для Halo. Что, кстати, сценарист игры Дэн Хаузер в каком-то из интервью довольно ловко парировал словами о том, что вообще-то в игре нет ничего такого, чего бы не показывали в сотнях современных фильмов и сериалов по ТВ, которые пока оно что... Же... Оно же, блин, реально логично, и в сериалах, и в фильмах показывают вообще жесть полную. И независимости, какой там город там. А они просто докопались до игры. Серьезно, лишь бы вот предъявить игре. Хотя GTA, в принципе, изначально уже к ней относились с таким, знаете, это типа, блин, это слишком жестокая игра, как бы до нее докопаться? Никто не запретил. И касается это как реализма самой отображаемой жестокости, так и уровня преступности. Но если обратиться к сухой статистике цифр, то стоит заметить, что Liberty City по площади все-таки уступает штату Сан-Андреас из GTA Сан-Андреас. Пусть и не намного. Но вот в чем он его превосходит однозначно, так это в детализации и в глубине проработки. В городе Свободы есть... миллионы каких-то маленьких переулков, закутков, в каждом районе уникальная архитектура, структура дорожного движения, детально проработан вертикальный дизайн, есть множество пожарных лестниц и других способов забраться на какие-нибудь крыши и бегать там, прыгать и так далее. Даже трафик везде разный, специальная команда людей, работавшая в офисе Rockstar Games в Нью-Йорке, в разных районах города снимала в разное время суток трафик, просто для того, чтобы потом полученную статистику можно было скормить игровому генератору дорожного движения. И надо заметить, GTA 4, пожалуй,
самая клаустрофобическая игра в серии в этом отношении. Liberty City предстает перед новоприбывшими огромным, тесным, серым и грязным мегаполисом вечного не то смога, не то тумана и дождя. Здесь на дорогах практически всегда полно машин, а на тротуарах различного мусора. Ведер, стаканчиков из-под кофе, сигарет, упаковок от бургеров, кирпичей и прочего ненужного хлама. А картинка практически никогда не бодрит игрока своей цветастостью. Даже на местном аналоге Times Square, где на героя отовсюду смотрят цветные рекламные плакаты, чувствуешь эту удушающую атмосферу большого города. Немалый удельный вес в котором имеет и его звучание. Симфония городских джунглей из шагов, возгласов людей, шума проезжающих автомобилей, поездов, метро, каких-то отдаленных громких звуков здесь передано просто превосходно. И это особенно хорошо ощущается в моменты, когда герой выходит из какого-нибудь помещения или, наоборот, входит в него с улицы. Звук в целом проработан на редкость качественно. Побитая и поломанная машина начинает хрипеть и странно постукивать. Звук шагов главного героя зависит от обуви, поверхности и помещения, в котором он топает. И так далее, и так далее. Беда была тут ровно та же. Огромное количество сил, угробленное на создание атмосферы душного и тесного мегаполиса, пришлось по душе не всем игрокам. Просто потому, что GTA всегда была про веселье и задор, а не вот такие вот серые и серьезные щи. Один важный момент, касающийся связи вселенных 3D и HD. Liberty City в GTA 3 и Liberty City в GTA 4 — это именно что разные места, а не одно и то же место в разные моменты времени, как думают многие. Несмотря на то, что в передачах по ТВ в GTA 4 нам показывают пейзажи Сан-Андреас из предыдущей игры серии, называют имена казино и так далее, есть ряд довольно существенных признаков того, что это не одна вселенная. Как мы помним, в GTA 3 все вертелось вокруг гаитянцев и кубинцев, японской мафии и итальянских мафиозных семей, Сальваторе, например. И обо всех этих товарищах в GTA 4 нет никаких упоминаний. Гаитяне тут как изюм в кексе без изюма, встречаются крайне редко. Мафиозные династии представлены семьями Пегарино и Анчелотти, а остальные криминальные ниши заняли байкеры, понаехавшие ирландцы и русские. И даже исключительно архитектурно меньше, чем за 10 лет, город чисто физически не мог так измениться. Однако внешний вид и качественный дизайн — это один вопрос. Но поражало в свое время GTA совершенно другим. Это был мир с невероятной интерактивностью окружения. Это была, да и до сих пор остается, та редкая игра, где ты можешь высокоскоростную погоню с шоссе перевести на набережную, сломать там машину в отчаянной попытке выжить, вломиться в какой-нибудь ресторан, сосесть за барной стойкой и первого же вбежавшего внутрь копа отправить выстрелом из дробовика, сносить стулья, столы, переворачивать стаканы и бутылки. То есть город был прекрасно проработан не только на макроуровне, но и на микроуровне различных помещений. Ну да, каждой мелочи. Да, зайти можно было далеко. Это оно, наверное, уже и оно и было и так без того понятно, когда пошел рассказ о том, что даже звуки на улице переданы до мельчайшести. Хотели прям в GTA внести максимум реализма. Максимум какой-то реалистичности, чтобы игрок мог погрузиться всецело и полностью в игру. И за это, естественно, большое уважение. Только не в каждый дом. Не зря же GTA стала одной из невероятных игр. Мы подъезд. О которой знает почти практически каждый. Но подобных мест хватало, и подгружались они бесшовно. То есть никаких маркеров и дополнительных загрузок не требовалось. Ты просто подходил к двери и толкал ее. А потом толкал столы, пинал стулья и даже мог бросаться кружками. И второе, что удивляло в этом аспекте, это количество интерактивных элементов как в помещениях, так и вне оных. На улице можно было ломать различные заборы, сносить бочки с мусором, столбы фонарные.
какие-то магазинные тележки, каталки для сложных картонных коробок и тьму всего другого. Причем, что важно, раньше в серии ты влетал в какую-нибудь фиговину, и она просто испарялась, превращаясь в кучку цветных треугольников. Теперь сбитый столб продолжает валяться на полу, забор честно разваливается на доски и так далее. В итоге мир GTA 4 едва ли не до сих пор является одним из самых осязаемых в видеоигровом пространстве. И особого шарму ему в этом контексте добавляют люди. Массовка в GTA 4 по праву может носить модную в те года формулировку «Люди 2.0». Потому что... Ну, смотрите. Во-первых, они стали выглядеть намного разнообразнее. В каждом тематическом районе города обитают свои представители, которые не просто выглядят аутентично, а еще и разговаривают зачастую не только на английском. В Хоув-Бич услышать что-нибудь из отечественного мата можно за милую душу. Во-вторых, список видов деятельности значительно расширился. Есть праздные гуляки, болтающие по телефону, есть продавцы фастфуда, есть спящие в подворотнях бомжи, есть проповедники, извергающие на прохожих нескончаемый поток лавы откровений, есть проститутки, полицейские и так далее. Все, что хочешь. В-третьих, они себя ведут разнообразно и адекватно ситуации. Пистолет, наставленный на водителя, перестал быть игнорируемым фактором, как это было раньше. Теперь человек за рулем может или в панике покинуть транспортное средство, или вжать педаль газа в пол. Люди на улицах в некоторых районах при поднятии тревоги не убегают с криками, а хватаются за оружие и принимаются защищать свою территорию от посягателей. В то время как другие хватаются за свои телефоны и начинают звонить в полицию. Отдельного упоминания заслуживает тщательная отработка, скажем так, русской темы в игре. Хоув-Бич, местный аналог знаменитого Брайтон-Бич, точно так же является прибежищем для всех русских и восточноевропейских беженцев и переселенцев. Тут куча отечественных вывесок на магазинах, люди постоянно говорят по-русски, и даже главный местный клуб называется «Перестройка». Жаль, что выступают там простые американцы. Продавцы в магазине очень советской одежды, по-советски сдержаны и пассивно-агрессивны, а еще есть русская радиостанция «Владивосток FM». Единственное внежанровое радио. Потому что тут кино, Ленинград и Сплин уютно соседствуют с ранетками, глюкозой, бастой и диким миксом зеленоглазого такси. Здесь же болтается эксклюзивно записанный для игры трек Liberty City The Invasion от известного рэпера Сереги. Так что в какой-то мере, несмотря на тот факт, что главный герой серб, игра-то про русских. И тут мы переходим к тому, что люди вольно или невольно, но создают в процессе своей жизнедеятельности. К информационной паутине, покрывающей наш быт. Она тоже получила мощнейший толчок внутриигрового развития. Практически без изменения в этом отношении осталось только радио. Там все так же щебечут диджеи, крутят музыку, а на некоторых станциях непрерывно точат лясы. И, как уже давно заведено, все это дичайшая, безудержная сатира. Лазло, кстати, в GTA 4 совершает камбэк в медийность и снова обзаводится персональной волной, где крутят записанные им ранее похождения по городу с микрофоном в обнимку. Из интересного жанрового подбора музыки стоит отметить один момент. GTA 4 — это единственная игра в серии, где на радио появляется джаз. Причем сразу в двух ипостасях — джаз и фьюжн. Удивлением и неожиданным выстрелом в упор для многих явилось другое. В игре появилось полноценное телевидение. Чтобы вы понимали, речь идет не о возможности врубить условный ящик и посмотреть один предзаписанный ролик длительностью 5-10 минут. Здесь есть два канала — Weasel и CNT — по которым суммарно крутят 8 разнообразных шоу, каждое из которых длится по 10-15 минут реального времени и к тому же регулярно перемежается различной рекламой, в которой тут тоже можно утонуть. Обстёбывают традиционно... Так, то есть ты можешь еще сидеть и еще смотреть вот это все возле телека на серьезных щах? Традиционно все подряд.
Шоу Men's Room – это такая тестостероновая версия передач для домохозяек. Split Sides – это выдержки выступлений двух стендаперов – Кэта Уильямса и Рики Жервейса, причем оба комика абсолютно реальны и написали свои монологи специально для игры. Republican Space Rangers – это мультипликационная сатира на американскую военную политику, густо политая закосом под серию Хейла. The Serrated Edge – классический магазин на диване, но про ножи. Ventura's Poker Challenge – высоконапряженная спортивная драма о людях, сидящих за одним столом. И так далее. А, ну и есть еще один документальный канал, где крутят историю Liberty City. Довольно очевидный, но тем не менее интересный факт состоит в том, что большая часть футажей для телевидения была записана в прошлых играх студии. San Andreas, Bully и даже Red Dead Revolver. Другая часть футажей была записана в бета-версии GTA 4, причем с разных стадий ее готовности. Там можно увидеть старые эффекты, другие варианты локаций и многое другое. Что представляет собой по сути чисто энциклопедический интерес. В общем, залипать в телевизор можно очень и очень долго, но еще больше времени можно провести в местном интернете. Да, он тут есть, и он огромен. И если у ТВ-эфира всегда есть строгий хронометраж и количество каналов, то интернет — это ж гребаная бездна. По факту, тут, конечно, существует порядка 100 веб-страниц эпохи Web 2.0 с новостями, сайтами знакомств, блогами и неудержимым количеством разного рода рекламы, завлекалово в какие-то странные места и инициативы. Есть даже противозаконные сайты, как минимум один, сайт детского конкурса красоты. Смотреть там не на что, но стоит туда сунуться, и вам обязательно накинут 5 звезд розыска. Помимо этого, герою на электронный ящик по ходу дела постоянно присылают. Это что же там такое? Красоты. Смотреть там не на что, какие-то странные места и инициативы. Есть даже противозаконные сайты, как минимум один. Сайт детского конкурса красоты. Смотреть там не на что, но стоит туда сунуться, и вам обязательно накинут 5 звезд розыска. Помимо этого, герою на электронный ящик по ходу дела постоянно присылают спам, пишут различные сюжетные и внесюжетные персонажи, вроде матери главного героя, и, к сожалению, для русскочитающей аудитории переведенными оказались только самые необходимые тексты и сайты. Погрузиться в остальной ад получится только у тех, кто умеет переводить английские скрижали. Дополнением к этому телевизионно-интернетному безобразию выступает наличие какой-никакой, а культурной жизни в Liberty City. Здесь и там работают клубы, бары, рестораны и кафе, где выступают стендаперы, фокусники и иные деятели. Ходить туда можно хоть в одиночку, но с друзьями это делать куда интереснее. И да, система друзей, эволюционировавшая из свиданок с подружками в San Andreas, реально появилась в GTA 4 и преобразила свободный геймплей на корню. Ладно, не на корню, но Ника в любой момент может позвонить друзьям или наоборот получить звонок от них и куда-нибудь прошвырнуться. Сгонять в боулинг, бильярд, сходить в бар выпить или посмотреть... Короче, по факту Sims, но только... Для парней, вот-вот-вот правда. Стриптиз. При этом друзьями выступают преимущественно сюжетные персонажи. Роман, Брюси, его друг, которого я до сих пор не представил, дико харизматичный придурок, вкалывающий себе акулий тестостерон и считающий себя настоящим альфа-самцом. Джейкоб, растафарянин, который не может прекратить курить травку ни на минуту, превращающий любую машину в паровоз, но в остальном довольно смышленый и приятный малый. Ну и большинство других чуваков, о которых я уже рассказывал. Кстати, о барах и эйфории Physics. Международным научным сообществом было постановлено, что GTA 4 лучше любой другой игры симулирует состояние алкогольного опьянения. Ну, хорошее достижение, конечно. Но зачем нужна эта дружба?
Ну, во-первых, тусить это весело. А мини-игры типа бильярда и боулинга неплохо проработаны, так что на них не грех иногда потратить 5-7 минут. Пусть и простенькое, но социальное взаимодействие, введенное в игру, делает ее мир еще глубже и достовернее. А именно этого и добиваются в Rockstar Games. Разработчики стараются делать максимально живые и насыщенные миры. В игре существует какое-то просто бездонное количество диалогов на все случаи жизни. В отличие от San Andreas, где по пути на свидание приходилось выслушивать случайные откровения от Деннис. Что она любит групповушки, что у нее было трое детей и всех она отдала в детские дома. Тут же это полноценные и адекватные разговоры, написанные не хуже диалогов в кат-сценах. Во-вторых, есть тут и меркантильный интерес. Некоторые из друзей дают приятные бонусы, если отношения с ними хороши. Роман, например, позволяет льготно пользоваться услугами своего таксопарка. Ну и в-третьих, некоторые из них дают дополнительные задания, обеспечивая таким образом побочные игровые активности. Джейкобу надо иногда повозить травку, Брюси тащится от дорогих машин, поэтому через него проходят гонки и угон особо дорогих тачек, Роман же просит подработать таксистом и так далее. Девушки, кстати, тоже остались, и с двумя из них Ника сводят по сюжету, это правительственный агент Мишель и сестра Патрика Макрири Кейт, а еще кое с кем можно познакомиться через интернет. Но никаких особых подвижек относительно San Andreas тут нет. Сначала вы водите ее на свидание, потом можете попытаться напроситься на кофе. Правда, с прежним результатом. Однако, секс в игре появился. С проститутками. Раньше анимация взаимодействия с ними тщательно скрывалась игрой. А точнее будет сказать, искусно создавалась иллюзия ее присутствия. Теперь же есть какой-никакой... Из-за чего, помните, был даже скандал, у San Andreas. Какой выбор того, что сейчас произойдет. А тут сейчас смотри. И даже можно за всем этим пронаблюдать. Впрочем, поговорить я хотел о другом. Есть такой незаменимый компаньон у каждого современного человека. Называется он телефон. Мобильный. С точки зрения фактики, назвать его чем-то новым в игре нельзя. Уже Томми Версетти активно балаболил по допотопному мобильному кирпичу, и я уж молчу о Сиджее. Но впервые в серии эта штуковина обрела реальный геймплейный смысл. Смотрите. После любого сюжетного задания, то сам герой начинает названивать своим знакомым, чтобы сообщить новости, то они домогаются до него, чтобы выяснить детали произошедшего. Во-вторых, все взаимодействие с друзьями происходит именно через нашего кнопочного друга — назначение и отмена встреч, запросы на подработку и так далее. Игра, кстати, любит иногда потроллить игрока. Например, едете вы на грузовике, начиненном взрывчаткой, и тут Роман такой. Roman, I'm nervous enough about driving a truck full of explosives around the city for Mikhail Faustin. He's out of control. Anyway, I'm sorry, but if I get drunk with you and then drive this thing, I'll definitely blow myself up. I'll catch you later, cousin. My cousin is an idiot. Вообще, вот этот вот вопль, Nico, it's your cousin, так лихо ушел в народ, что наряду с «Зачем есть капусту, когда есть картошка?» стал одним из главных мемов, связанных с GTA 4. Про него даже песня есть. Но продолжим про телефон. Помимо полного спектра взаимодействия с неигровыми персонажами, он позволяет воспользоваться им по назначению. Вот позвонить. Надо же дойти, чтобы придумать еще песню. Ну, локальный мем, как говорится. Пожарным или в скорую помощь, и соответствующая служба примчится по названному адресу. Есть специальный номер, где вам опознают играющую прямо сейчас на радио песню. Аналогичным же образом в игру вбивались и читы. Но рубрики рассуждений о них сегодня не будет, потому что в концепцию реалистичных тонов, падающие с неба танки и взлетающие на воздух просто так машины, не особо вписываются. Так что ничего интересного и необычного в этом отношении игра предложить не могла. Ну и ладно. Зато телефон можно кастомизировать, устанавливать определенные обои, настраивать тип звонка, выбирать мелодию, размер шрифта на экране и все вот это.
А в местном интернете есть отдельный сайт, где за 100 баксов можно прикупить VIP-лакшери-мелодию в дополнение к стандартному набору. А еще телефончик умеет фотографировать, правда, смысла в этом откровенно мало, потому что разрешение снимков смехотворное. Но давайте-ка от штук маленьких перейдем к штукам побольше. Как-никак в названии Grand Theft Auto есть слово «авто», а про местные машины я до сих пор как-то ни слова не сказал. Что касается средств передвижения, GTA 4 и тут держит девиз «детализирование реалистичнее лучше». Первое, что бросается в глаза, это новая физическая модель управления транспортом. Намного более достоверная, глубокая и оттого сложная для привыкания. Машины в GTA 4, как и предметы окружения и люди на улицах, ощущаются довольно массивными, поэтому любой вход в поворот на любой скорости, кроме совсем уж низкой, может внезапно обернуться заносом. Но при этом трудности того стоят. Когда объезжаешь тачки, ты реально учишься ими управлять, а не так, что пофигу вообще на чем гонять, когда автомобили отличаются друг от друга исключительно внешними характеристиками. Нет, тут физика позволяет очень точно чувствовать, чем ты управляешь. А если ты пока еще не научился нормально вписываться в повороты, то она тебе показывает самые продвинутые на тот момент машинные повреждения. Процедурно гнется корпус, отваливаются двери, бампера, капот, багажник, бьются стекла. К тому же на корпусе честно остаются все дырки от пуль и сколы краски от столкновений и обшоркиваний окружающего мира. В угоду реализму, кстати, резко снизилась вероятность того, что автомобиль взорвется. Если собирать движком все встречные углы зданий и столбы, то вы просто заглохнете. Но даже если возгорание таки произойдет, времени на эвакуацию у водителя будет более чем достаточно. Может быть, даже слишком. О том, что качество самих моделей улучшилось, я говорить не буду, это и так заметно. В отличие от того, что теперь машины стали делиться по автоконцернам. Появились на горизонте они еще в GTA San Andreas, однако реально их логотипы и опознавательные знаки на средства передвижения стали лепить именно здесь. Так, Сабля Турбо превратилась в деклассе Сабры Турбо, Гротти стала выпускать читах и так далее, перечислять можно очень долго. С самими же концернами, так же как и с машинами, поступили довольно просто. Все они саркастично пародируют что-то реально существующее. Одним интересным нововведением стали разные модели у одной и той же машины. Обычная, свежая, и ржавая, потрепанная временем, у которой краска обсыпалась, А вот это действительно любопытно, посмотри. Одна и та же машина, но какое состояние у нее. Вот это уже, однако, любопытно. Клит и так далее. Опять же, достоверность. Ну а еще появилась полноценная система GPS, которая не только прокладывает и указывает путь по дорогам до точки назначения, но и сопровождает это приятным роботическим голосом, разным в машинах разного класса. Странность, связанная с введением GPS... Давайте опять же напомню, игра какого года, ага? Сколько уже GTA 4 уже лет-то, ну? GPS заключается в том, что из-за этой системы люди перестали смотреть на окружающий мир и ориентироваться в нем без навигаторов. Теперь куда проще постоянно смотреть на мини-карту, где уже отмечен маршрут, и порой сверяться с реальной дорогой, чтобы не врезаться в машину или столб. В результате, вне миссии, люди очень быстро терялись в Либерти-Сити. А где вот то, а где вот это? Впрочем, вопрос тут, конечно, неоднозначный. После прохождения основной игры и пары дополнений с городом ты все равно знакомился, а без GPS было бы очень несподручно. Особенно на самом старте. Ну и в качестве тезиса, резко переводящего тему разговора в новое русло, стоит упомянуть, что наконец-то нормально разрешили стрелять из машины. Во все стороны. Из пистолетов, и ПП, и даже гранаты разрешили швырять. Да, пора поговорить о том, как тут устроены перестрелки. Экшн-составляющая GTA 4 — это такой хороший боевик от третьего лица, следующий практически всем актуальным трендам своего времени.
Здесь есть укрытия, в роли которых могут выступать и машины, и вообще любые предметы окружения, зачастую, кстати говоря, разрушаемые. Есть возможность вести слепой огонь, и это практически все, что нужно знать. Главное, что отличает местные заварушки от всех остальных, это упомянутая еще в начале технология эйфория физикс, которая превращает все происходящее во что-то труднопередаваемое словами. Во-первых, простите за формулировку, но здесь во врагов прям хочется стрелять. Просто чтобы увидеть, как они отреагируют на попадание. Потому что самых простых и очевидных возможностей тут миллион. Выстрелите по ногам бегущему человеку, и он упадет. Попадете по оружию, персонаж его уронит. Пальнете в торчащую под машиной пятку копа, тот с криком повалится на пол. Перечислять можно долго, но эйфория действительно работает. Изменился и характер отображения насилия. Поле брани после окончания стрельбы оказывается заляпанным и залитым кровью. Всюду корчатся раненые, потому что, доведя полоску здоровья врага до нуля, вы не обязательно его прям убиваете. Сравнительно высок шанс того, что он просто сильно ранен, но все еще жив. К тому же окружение активно крошится и ломается, как будто стреляют не из пистолетов, а из крупнокалиберных пулеметов. Короче, выглядят отныне перепалки очень смачно. Чего, к сожалению, не скажешь о рукопашной. Драки в GTA 4 обладают двумя очень полярными характеристиками. Мне кажется, пока ты полезешь в рукопашную, тебе могут и пизды дать немножко так-то. Реализм же должен быть. С одной стороны, с точки зрения механики, они отлично работают. Тут есть несколько типов ударов, уворот, блок, контратака. Но при этом визуально все это, ну вот, совершенно нелепо и... очень медленно, как-то сонно смотрится, как будто дерутся люди под водой. В конечном же счете, все эти перетасовки экшн-части, машинной физики и других аспектов игры привели к тому, что лучшим на свете занятием, выживанием в войне с бесконечными копами, в GTA 4 заниматься хочется просто не переставая. Систему взаимодействия с ними в кои-то веки сделали простой и понятной. Когда вы совершаете преступление, вокруг героя возникает зона поиска, размер которой зависит от масштаба вашего злодеяния. Чтобы уйти от копов, надо просто незаметно выбраться за ее границы и какое-то время там пробыть. И если вас запалят копы на любом этапе, процедуру придется начинать заново. Вдобавок к этому полицейских обучили себя грамотно вести на поле боя. Они лихо, прям как мячики, перекатываются от укрытия к укрытию, организованно обыскивают все закутки, при особой нужде могут выгнать из машины даже гражданского и продолжить преследование в таком формате. Короче, поединки с законниками стали напряженными, адреналиновыми и красочными. Единственная грусть, даже при максимальном уровне розыска против вас не выкатится на прогулку танк. Танков в GTA 4 вообще нет, только в дополнениях появилась жалкая пародия БТР, но без танка все равно грустно. Впрочем, реализм на то и реализм. Всем хочется танки. Вообще количество игровых условностей и каких-то абсурдных элементов и моментов в GTA 4 минимально. Вот, интерфейс сократили, по сути, до одной только мини-карты, обрамленной шкалами здоровья и брони. Мини-игры таксиста, охотника за головами или пожарника либо по-новому вписали в контекст происходящего, либо банально упразднили. Ведь странно бы выглядел мужик, который просто сел в скорую помощь и начал развозить больных по стационарам. Всякие временные индикаторы в миссиях типа шкалы заметности или расстояния до цели во время погони тоже пропали, игрок сам должен прикидывать, насколько опасно он близок или далек. На смену пакетам, подковам, статуям и жемчужным раковинам пришли голуби, типа больные птичьим гриппом. При этом реализм обеспечивает и глубина, и детальность проработки всего вокруг. Вот с этим у GTA 4 все не просто в порядке, тут банально замучаешься замечать различные мелочи. Что машины во время езды пачкаются и запыляются, что на них остаются даже мелкие царапины, что на них остаются кровавые пятна от сбитых людей, что во время перестрелок в помещении неизменно поднимается пыль,
что выпавшее из рук взведенное оружие при столкновении с землей выстреливает, даже если это гранатомет. Что если начать прогазовывать на машине, в конечном счете лопнут шины. Что простреленное колесо спускает воздух постепенно, а не моментально. Что убитый водитель может вдавить педаль газа в пол. Что во время диалогов в машине люди полноценно анимированы. Что в тачках есть лампочка, сигнализирующая, что какая-то из дверей открыта. Что сотовый телефон честно генерирует помехи на радио, если на него кто-то звонит, или когда вы выезжаете из тоннеля. Что вода честной, опять же, деформацией, старается реагировать на все происходящее на ее поверхности. И это я только набросал первое, что на ум пришло. Правду. Потому что об одном только... Видели, да? Видели. Опять же, деформацией старается реагировать... Смотри, вертолет опускается, и вода вот так вот... ...на все происходящее на ее поверхности. Ладно, согласен, это очень круто. Поверхности. Как много игр могут таким похвастаться? И это я только набросал первое, что на ум пришло. Потому что об одном только физически корректном поведении огня... Тут можно разглагольствовать пару минут. На самом деле что-то новое и неожиданное в GTA 4 можно находить даже спустя пару долгих прохождений игры. Однако в какой-то степени, если сравнивать с San Andreas, четвертая Grand Theft Auto стала шагом назад. Легким шажочком. Тут не такая лихая система паркура. Внешняя кастомизация стала гораздо беднее, пусть Ника на лавры главного модника Liberty City и не претендует. Но вы и не сможете отрастить ему какую-нибудь бородку или нацепить на него нелепую прическу. Машинного тюнинга нету совсем. Главный герой хоть и плавает, но не ныряет. Численность стволов в арсенале игры упала, к тому же им прилепили ограничения на боезапас, да и побочных активностей поубавилось. И, казалось бы, все это просто украшательство, и фиг бы с ними. Вот только с этим связан небольшой косяк. В GTA 4 решительно не на что тратить деньги. Недвижимости тут нет, машины ни покупать, ни прокачивать нельзя, оружия мало, к тому же открывается оно постепенно, и патроны покупать приходится редко. А что тогда с деньгами делать? Вот это вопрос, действительно хороший вопрос. А что тогда с ними делать? Зачем они нужны? Они из врагов валятся весьма обильно. А все остальное стоит копейки. В результате к концу игры у Ника в кармане оказывается 1500-700 долларов, которыми нечего делать. С другой стороны, ну они хотя бы не мешают. Впрочем, называть все это плохим... тоже было бы слишком заносчиво, потому что, опять же, цели перед игрой такой не было. Что касается больших и основных миссий, а не побочек, то здесь все в целом осталось по-старому. Есть метка, пригоняешь туда, смотришь катсцену, делаешь то, что нужно, слушаешь финальный звонок. Выкручивание ручки реальности привело к двум последствиям. Во-первых, знакомство с новыми работодателями происходит гораздо плавнее, чем «Йо, пацан, мне пригодятся дополнительные руки, загляни как-нибудь». Происходящее, в принципе, постоянно пытается оправдать себя с точки зрения контекста. Но при этом сами миссии, хоть и могут удивить нас кое-каким разнообразием и качеством проработки, и по-прежнему старательно отвлекают нас от того факта, что сконструированы они из двух элементов поездок и перестрелок, то эмоционально вовлекают в происходящее, то подкидывают интересные сюрпризы. Например, в игре, на удивление, много миссий-убийств в духе Hitman, когда нам надо отработать одну точечную цель, и тут используются и методы социального инжиниринга, и прочие игровые возможности. С другой стороны, при этом заметно осел градус какого-то былого молодецкого задора. Ника не угоняет танки, не взрывает небоскребы, а некоторые вроде бы как эпичные события преподносятся крайне буднично. Единственное игровое ограбление банка внезапно оказалось абсолютно голым. Никакой подготовки, никакой разведки, никакого сбора команды. Вы просто приходите к Паки, а тот говорит: «Хей, пошли ограбим банк». Well, since you put it that way, I mean... Однако ж сама по себе миссия одна из самых, пожалуй, запоминающихся. С третьей же стороны, и об этом я, наверное, преступно долго молчал, хоть и напрямую уже упомянул, в истории появилась нелинейность. Несколько раз по ходу сюжета Ника поставят перед выбором.
спасти или убить того или иного персонажа, или просто выбрать, кто из двух героев должен погибнуть. Интерактивного кино в духе Heavy Rain никто не обещал и не пытался создать, поэтому ожидаемо, что принятые решения, все кроме финального, не создают каких-то значительных изменений в повествовании. Однако и сказать, что они вообще не оказывают влияния, тоже будет ложью. Непосредственно на самом сюжете, в лучшем случае, это сказывается появлением или исчезновением дополнительных миссий у выжившего героя. Однако есть тут одна форма дополнительных активностей, которая называется «случайные встречные». Они не отмечаются на карте на большом расстоянии и появляются только в случае, если Ника проходит или проезжает где-то поблизости от одного из них. Персонажи эти могут быть знакомы главному герою, а могут быть просто реально случайными прохожими, с которыми Ника решает заговорить и чем-то им помочь при надобности. У некоторых из этих персонажей есть даже свои полноценные сюжетные арки. Так вот, если вы решите не убивать кого-то из героев, когда вам предоставят такой выбор, то он потом практически обязательно возникнет в игре впоследствии в форме такого вот случайного встречного. Что опять же здорово влияет на ощущение того, что принятое тобой решение было не геймдизайнерской пустышкой, а имело хоть какое-то реальное значение. И это еще одно очко к ощущению осязаемости этого виртуального мира. Но, возвращаясь к миссиям, не могу не заметить, что каких-то запоминающихся моментов и заданий в игре стало очень мало. На ум приходят разве что звонки от друзей в самые неподходящие моменты, внезапная смерть главного защитника улиц Мэнни. The streets have spoken. Now leave my people alone. You, Nico, what are you doing here? И похищение дочери босса мафиозного клана Анчелотти. И то запоминается этот момент, потому что девушка будет активно брыкаться и пытаться выхватить руль. Однако к забавным и эпичным моментам нынче добавились и грустные. Например, любая из концовок, суть которых идентична, или ключевая сцена из «Введения». Подводка к убийству Михаила Фаустина. Легкий и короткий спойлер, да? Hey. Sit down. What's the problem? What do you think? Michael, Mr. Faustin. Uh-huh. You're given a choice. Kill your best friend or die. What do you do? And there is no way out? Not now. И вот тут вроде бы уже пора переходить к обобщительным тезисам, однако впервые в серии, среди полноценных и полновесных частей, в Grand Theft Auto приехал самостоятельный, а не любительский, мультиплеер. Главное, чего удалось добиться разработчикам, это доступность всей игровой территории для всех играющих. То есть вы можете шляться по всему городу вообще, не чувствуя никаких весомых ограничений. При этом вокруг будут ходить люди, ездить машины, а в некоторых режимах даже полицейские могут за вами погнаться. Происходящее в сетевой игре делится на три класса режимов. Гонки. Это самое скучное и предсказуемое, что тут можно найти. Просто гоняете из точки в точку на разных машинах, лодках или даже вертолетах. Иногда стреляете, если режим позволяет. В принципе, динамично и весело, учитывая физическую модель. Однако стоит выделить гонки пушечное ядро и свободный заезд, когда соревнующимся предлагается прокатиться по определенному маршруту или просто добраться из одной точки в другую, но фокус в том, что на старте ни у кого нет машины, а количество чекпоинтов, ограничивающих вашу траекторию, минимально. Кооперативные активности — это группа режимов, где несколько игроков противостоят натиску искусственных болванов. Можно таскать пакеты с наркотой, можно закладывать мины, но самое веселое — это доставка VIP-персоны на базу.
Тут тебе и погони, и перестрелки. Однако главная местная достопримечательность — это соревновательные режимы, где игроки воюют с такими же живыми игроками. Самое банальное тут — это, конечно, дезматчи и угоны машин, выступающих в качестве своеобразного флага. Но есть и более изощренные и интересные форматы противостояний. Например, в режиме работы на мафию вам будут постоянно подкидывать какие-то небольшие задания и поручения, которые надо успевать выполнять вперед своих конкурентов. При этом очки начисляются именно за выполненные поручения, а не за трупы соперников. Так что война не всегда является главным. Однако едва ли не лучший режим в игре — это полицейские и воры. Здесь все вообще очень хитро. Есть две команды. Одна ловит, а вторая убегает. Случайный игрок из второй команды назначается боссом, и вот тут начинается интересное. Задачей копов является поимка в первую очередь босса, в то время как задача остальных — сопроводить его к точке выхода. Разнообразных тактик и стратегий поведения тут может быть просто несметное количество, учитывая, что полицейские всегда видят на своих радарах преступников, но никогда не видят босса. В общем, очень доставляющий режим, очевидно вдохновленный Race and Chase, прародительницей первой части GTA. А, ну и, конечно, есть свободная игра, где вы можете без каких-то назиданий гонять с друзьями, устраивать беспредел любых масштабов, сами придумывать себе какие угодно режимы, гонки, правила развлечений и так далее. Сообщество нагенерировало всяких идей в этом направлении, какие-то невероятные горы, если обратиться к Гуглу. Еще в сетевой игре был обнаружен один достаточно интересный баг, которому потом дали собственное имя — адские качели. На производимый им эффект вы можете полюбоваться и без моих комментариев. Можете даже не объяснять, почему адские качели. Еще в сетевой игре был обнаружен один достаточно интересный баг, которому потом дали собственное имя — адские качели. На производимый им эффект вы можете полюбоваться и без моих комментариев. Короче, мультиплеер в GTA 4 оказался сделан на достаточно высоком уровне и достаточно активно использовал контекст самой вот этой Grand Theft Auto и мафиозной тематики, чтобы не умереть через пару месяцев. Даже спустя 5 лет после релиза игры я как-то зашел в онлайн и натолкнулся там на живых людей. Впрочем, несмотря на все озвученные мной сегодня похвалы, GTA 4 остается, пожалуй, самой неоднозначной игрой во всей серии. Она могла бы попытаться потягаться с Grand Theft Auto 2, но тут вот какое дело. В последнюю играло нифига не так много людей. И что же игрокам не понравилось? Если обобщать, то смена курса. Мрачный сюжет, который давит на мораль, заставляет делать сложные порой выборы и почти не подставляет поводов посмеяться, серый, давящий со всех сторон сеттинг огромного дымного мегаполиса, пониженная динамика происходящего, перестрелки хоть и красивые и эффектные, но довольно неспешные. Многим к тому же не нравилась вторая половина сюжета, где начиналась непонятная катавасия, а главное — это технические проблемы. Когда GTA 4 вышла на консолях, то как-то никто не стал трубить тревогу о том, что на PS3 игра идет от чего-то в невысоком разрешении. На Xbox 360 она выдает всего 720p, и даже там кадровая частота была не всегда и не везде стабильна и высока. А вот ПК-релиз был форменной катастрофой. Даже если взять тех немногих, у кого GTA 4 заработала, делала игра это на старте очень неохотно. Безбожно тормозила, вылетала, обваливала картинку на мониторе в глюках и глитчах и вообще вела себя отвратительно. Приводили в адекватное состояние ее не меньше года. Но куда больше веселья и проблем доставила игрокам замечательная, великолепная система Games for Windows Live, спроектированная специально для убийства нервных клеток тех, кто пытается с ней разобраться.
Тут я даже не знаю, как описать все немыслимые мытарства, которые пришлось пережить тем, кто имел с ней неудовольствие хоть как-то взаимодействовать. Подводных камней и методов их обхода здесь просто видимо-невидимо. И параллельно с этой Games for Windows Live в GTA 4 дебютировала типа социальная сеть Rockstar Games Social Club. И с ней тоже было не все в порядке поначалу. Регистрация постоянно брыкалась, и даже после успешного ее прохождения перед запуском непосредственно игры, не факт, что сервера Rockstar Games пускали в онлайн. Но эту беду со временем приструнили, и сейчас RGSC существует как относительно адекватная система. Так, что у нас еще осталось? А, не добравшийся до игры контент. Однозначно сказать можно одно. Его было много, но знаем мы о нем мало. Да и то довольно поверхностно. На последних стадиях разработки у Ника отобрали перчатки без пальцев, которые есть у него на персональном арте. Отобрали у главного героя и возможность слушать радио через телефон вместе с отдельным MP3-плеером, песни на которые можно было бы покупать в игре или вне ее за реальные деньги. Чё так жадно-то? Зачем отбирать-то? Деньги. Честно говоря, последнее звучит довольно сомнительно, но о том, чтобы можно было слушать радио во время пеших прогулок, люди просят давно. А вот что реально сомнительно и что реально добралось до игры, так это главная ее пасхалка. Рассказывать про миллион мелочей, про мусорки Макдональдса, про то, на что похож местный логотип боулинга и все вот это, я не буду. Однако в местной вариации статуи свободы, статуи счастья, вооруженной кружкой кофе, есть большая полость с висящим там на цепях сердцем. И это выглядит настолько странно и настолько крипово, что тут бы в самый раз вернуть разговор о местных мифах. Однако как-то так получилось, что при всей своей закоулистости и туманности Liberty City за свой десятилетний стаж так и не оброс легендами и сказаниями. Есть сравнительно скучное упоминание, мол, где-то есть коляска, если в нее выстрелить, можно услышать детский плач. Стремновато, однако. Статуя свободы, сердце живое. Можно увидеть привидение там, можно увидеть привидение сям, но, опять же, ни у кого никаких твердых... Ну, эти привидения, эти прикольчики, это, ну... ...доказательств. Нет. Со скандалами вышло тоже, в общем-то, не густо. Несколько правозащитников наехали на игру за то, что там, дескать, слишком реалистичное изображение жестокости присутствует. Но в итоге так они ничего и не добились. Организация «Мамочки против вождения в пьяном виде» была оскорблена наличием в игре возможности сесть за руль, будучи пьяным. Устроила бучу, потребовала повысить возрастной рейтинг GTA 4... Но в итоге отделалась парой поддерживающих слов от студии, мол, да, мы разделяем вашу заботу и ценим, что вы делаете для общества, но мы верим в то, что наша аудитория достаточно взрослая, чтобы разделять происходящее в игре и реальность. Кое-кто наехал на игру за наличие анимированного секса, но тоже ничего они не добились. Давайте начнем с того, кто не пытался. Кто не пытался, да? Все пытаются наехать. Тем не менее, в Австралии и Новой Зеландии... Мне кажется, Rockstar давно уже выработали иммунитет к этому всему. В Зеландии вышла только порезанная цензурой версия криминального боевика. И, в общем-то, это все, что касается непосредственно GTA 4. Сегодня в деле была обратная психология. Я вроде как весь выпуск поддевал игру, критиковал, а ведь на самом деле GTA 4... разошлась тиражом чуть более чем 6 миллионов проданных дисков только за первую неделю со старта продаж. А это, на минуточку, $500 миллионов. И 310 из них попали в карман Rockstar Games в первый же день продаж. И это при совершенно диком бюджете игры в $100 миллионов. Всего за свой жизненный путь от одной номерной части до другой GTA 4 разошлась по миру в количестве порядка 22 миллионов копий. За рекордный в медиаиндустрии результат по продажам в первый день и в первую неделю GTA 4 была включена в книгу рекордов Гиннесса. Оценки тоже не отставали. У обеих консольных версий на Metacritic балл равен 98.
из 100. Народ, охренеть, несмотря на ощутимые... Не, ну и GTA до сих пор некоторые хотят играть, играют. Некоторые до сих пор покупают, играют. И еще из года в год, поколение на поколение. Мое количество озадаченных тоже был преимущественно в восторге. Настолько, что как только игра вышла на ПК, сообщество модификаторов всего, что движется, и двигателей того, что не движется, взялось за дело. Движок Rage не слишком долго сопротивлялся, и скоро на свет пачками стали появляться всякие диковины. Благодаря эйфории различные замены моделей игрока там на Халка или Спайдермена с доработанными соответствующим образом скриптами и силами стали пользоваться особой популярностью. Вместе с этим в эпоху после Крайзиса народ внезапно полюбил все, что заставляло их системники стартовать в открытый космос. Так появились графические надстройки ко многим играм под кодовым названием ENB. В связке с GTA 4 особой популярностью пользовалась Ice Enhancer. Обе они делали игру феноменально красивой, вот только была пара моментов. Компьютер от подобной нагрузки действительно мечтал попасть в космос. А во-вторых, чтобы добиться правильной картинки, приходилось долго и старательно ручками ковыряться в ИНИ файлах. Но гораздо большее внимание к себе привлекла другая возможность. Абсолютно новая. Возможность создавать на движке игры собственные ролики. В ПК-версию GTA 4 добавили специальный инструментарий для редактирования записей. И народ эту фишку очень быстро распробовал. В результате в руках любителей создавать машиниму появился новый инструмент для любимого занятия. И, конечно, трудно сказать, что кто-то там создал какие-то нетленки, однако мы на stopgame.ru переводили пару машиним, и обе они были вполне любопытны. Сериал про неудачливого наемного киллера «Никчемный убийца» однозначно достоин ознакомления. Хоть автор его и забросил. Однако давайте оставим Ника и его проблемы наконец-то за бортом. Еще одним нововведением в серии стало появление DLC, которых в те времена все так боялись. Однако Rockstar Games традиционно не подвела и продемонстрировала на своем примере мастер-класс, как надо дополнять свою игру, хоть и с некоторыми оговорками. Всего дополнений было два — The Lost and Damned и The Ballad of Gay Tony. Каждая со своим главным героем, со своей сюжетной линией и со своим настроением. Первая история из антологии эпизодов из Liberty City вышла в свет в феврале 2009 и была посвящена людям и мотоциклам. Конкретно нашего героя зовут Джонни Клебец, байкер, вице-президент Lost MC, куда из какого-то диспансера как раз вернулся его президент. Билл. В первом приближении все это выглядит как знаменитый сериал «Сыны анархии», но такой, на минималочках. В целом дух байкерский передан, тоже есть противостояние старого президента и его молодого и деятельного заместителя, однако персонажи не толще тетрадного листа, драма не докручена, да и в целом происходящее несколько сумбурно. Начинается история с противостояния двух братьев, где главный герой говорит о том, что клуб надо спасать и поднимать с колен, а президент продолжает бухать и нести чушь про душу, уважение и все вот это. Потом этот же президент странно себя ведет и попадает в тюрьму, а братство раскалывается. Потом Джонни заводит себе высокопоставленных друзей со странными привычками, в миллионный раз спасает свою бывшую девушку, которая до сих пор по нему сохнет, ввязывается в подозрительную авантюру, а в конце узнает, что Билл предал клуб. И при поддержке оставшихся братьев и друзей Джонни врывается в тюрячку, валит этого президента, а потом валит из Liberty City в поисках более злачных пажитей. Главное, что отличает историю Джонни от истории Нико, это тон. Зарисовка байкерской жизни полна крови и жестокости. Тут не сказать, чтобы прям постоянно, но достаточно регулярно кто-то кого-то пытает или жестоко и негуманно расправляется с ним. По ходу миссии приходится участвовать чуть ли не в самых масштабных перестрелках во всей игре, для чего, кстати, в дополнение ввели парочку новых стволов, вроде барабанного гранатомета, обреза, автоматического пистолета и дробовика. Правда, вместе с тем получилось и так, что эти миссии едва ли не самые скучные с точки зрения разнообразия. В
просто колесишь по городу на байке и палишь по всему, что движется. С другой стороны, опять же, никуда не пропало внимание к деталям. Интерфейс в угоду стилистике смачно пошаркали наждачкой, телефон главному герою поменяли на менее крутой, на радио залили новой музыки, на ТВ обновили программу, ну и, разумеется, впрыснули на дороге целые орды новых байков. Гей Тони прорвался к конечным пользователям осенью 2009-го и имел настроение кардинально отличное от предыдущего дополнения. Это был резкий переход к следующему дополнению, так. Наверное, оно будет очень интересным, да? Была баллада о тусовках, светской жизни и всей вот этой вот фигне. Поэтому нашего героя Латиноса по имени Луис Лопес снабдили моднявым телефоном, интерфейс перекрасили в более контрастные цвета, да и самой картинке, кажется, прибавили пару пунктов яркости. По сути, перед нами история о том, как Тони Принц, также известный как Гей Тони, также порой подозрительно похожий на Тони Старка, владелец двух клубов, взял денег в долг и пытается из этой ситуации выбраться. Точнее, сам-то Тони почти ничего не пытается. За него все делает его заместитель и деловой партнер Луис Лопес, роль которого и достается игроку. Луис принимает множество различных телодвижений для того, чтобы спасти ситуацию, но разбирать их все я не стану. Ключевых моментов тут два. Во-первых, герой знакомится и сдруживается с Юсуфом Амиром, застройщиком из Арабских Эмиратов с весьма интересным видением мира. А во-вторых, связывается с тем самым Рэем Булгариным, которому должен был Ника. И с которым тот, кстати говоря, так и не стал разбираться. Так вот, с ним разберется сам Луис после коротких деловых отношений, в конце которых Рэй обвинит героя в предательстве. Главное, чего достигло это дополнение, это возвращение в игру того самого духа GTA. Луис, в отличие от Ника и Джонни, не занимается мрачным отстрелом своих врагов. Он выкидывает людей из вертолета, а потом ловит их в воздухе. Угоняет введенные в дополнение в игру полицейские БТРы. Соревнуется со старшим братом Брюси в триатлоне и вообще знает толк в веселье. С этой точки зрения проходить балладу – сплошное удовольствие. Ну и, разумеется, еще подвезли оружие, машин, всего прочего по мелочи. Проблемы здесь уходят несколько глубже, чем может показаться. Во-первых, странным образом поменяли характеры, или как минимум представление о характере, у части довольно важных героев. Брюси до безудержности пассивен и жалок в тени своего брата Мори. К тому же в один момент лезет к Луису с поцелуем вообще. Юсуф Амир, которого Ника представляли как некую серьезную шишку, оборачивается клоуном со спущенными штанами, пусть и богатым. И ровно та же история постигает Булгарина, главу русской братвы, который тусит дома не то с женой, не то с матерью, перекрикиваясь с ней через стену, и танцует под простейшие гитарные рифы. Чё это вообще такое? Во-вторых, почему бы и нет, в принципе? Изрядная доля катсцен или вообще не нужна, или тупо затянута. Потому что нам могут запросто показывать, как Луис с кем-то общается в баре, потом внезапно прибегает Тони, кричит «нам пора бежать» и все. А к чему был этот предваряющий двухминутный разговор, непонятно. В этом вообще главная сюжетная беда дополнений. Как и в больших частях GTA, тут иногда пытаются отвлекаться от основной сюжетной линии и раскрывать арки отдельных персонажей. Вот только в DLC это превращается в итоге в одну-две миссии, которые ни к чему окончательному не приводят. То есть у Луиса, например, один раз показывают друзей, один раз показывают его маму, и все. Другой важный момент состоит в том, что пусть я об этом практически не упоминал, но все три сюжетные линии довольно тесно переплетены, взаимодополняют друг друга и позволяют получить целостную картину происходящего. Потому что герои на самом деле постоянно пересекаются. Ника и Джонни дважды приходилось работать вместе. Ника убил одного из братьев Джонни, который подкатывал к дочери Фаустина. Джонни же однажды похитил Романа и доставил его к русским, откуда того спас Ника. Луис сорвал сделку с бриллиантами, присутствовал на месте ограбления банка, а Джонни в свою очередь убил любовника Тони и так далее. В конечном счете, пройдя все три кампании, вы поймете, что по сюжету откуда взялось и куда делось. В
принципе, такой подход в какой-то мере оправдывает резкий скачок интересности происходящего вниз во второй половине оригинальной игры. Однако выглядит все это очень странно. Лихие и запутанные криминальные сюжеты любят, гляньте на фильмы Гая Ричи. Но почему-то у него вся происходящая свистопляска обычно приводит или к какому-то зрелищному финалу, или к неожиданно лихому твисту. Здесь же вышел какой-то документальный фильм о еще одном цикле выживания в криминальном мире Liberty City. Есть, правда, в этом и свои светлые стороны. Если бы Rockstar Games не решилась провести этот эксперимент с тремя параллельными сюжетными линиями в GTA 4, то не факт, что в GTA 5 мы бы увидели новое трио героев с кучей собственных фишек. Так что, если Midnight Club LA можно назвать тренировочной площадкой для GTA 5 с технической точки зрения, то GTA 4 выполнила аналогичную роль для нее уже в плане сюжетном. Что интересно, создавались оба дополнения как эксперименты. Разработчики все еще сомневались, достаточно ли людей, владеющих консолями, подключено к интернету, поэтому, не без дополнительных вливаний со стороны Microsoft, вышли оба дополнения сначала на цифровой платформе Xbox Live, а чуть позже появились в PSN и Steam, уже в формате единого самостоятельного стендалоун дополнения Episodes from Liberty City. Но знаете, что самое грустное? Мне вот хочется удариться в рассуждение о том, как сильно повлияла GTA 4 на индустрию в целом, что началась новая волна гонки клонов GTA, потому что все остальные разработчики и издатели, увидев успех четвертой части автоугонного симулятора, позеленели от зависти. Но нет. Нет, конечно, были различные подколы, у той же Saints Row 2 был довольно прикольный трейлер, где обстебывалась нарочитая серьезность и мрачность новой GTA, и выставлялся на показ бунтарский дух свеженького сиквела игры про банду святых с третьей улицы. Но я вот осматриваюсь сейчас и понимаю, что мы живем в эпоху отнюдь не того Open World 2.0, который Rockstar Games явила миру в 2008-м. Вместо этого нас окружают открытые миры в стиле Assassin's Creed, которые, может, сами по себе и не являются чем-то плохим, но по качеству, детализации и уровню интерактивности совершенно точно не дотягивают до города свободы. Мы видим миры, наполненные вышками. И я сейчас не про буквальные вышки, а про принципиальный подход к дизайну. Когда мир наполняется местами, где герой непременно должен что-то сделать. Сорвать цветок, забраться на крышу здания и осмотреться, убить всех врагов на точке или найти какое-нибудь сокровище и так далее. И все это вместо того, чтобы получить какой-то интересный опыт взаимодействия с миром. Впрочем, с другой стороны, это понимаемо. Не каждая компания может позволить себе потратить на производство одной игры больше сотни миллионов долларов. И при том быть уверенной, что вложенный бюджет отобьется. И именно выпуском GTA 4 Rockstar Games заявила о том, что она теперь ушла в область высшей лиги. В принципе, я даже не удивлен. Они были уверены и по прошлым частям, и понимали, что будет успешна четвертая часть, поэтому влили, даже, мне кажется, даже не испытывали какого-то напряжения в этом моменте. Связанных с GTA 4 воспоминаний у меня едва ли не больше, чем с любой другой игрой из этого цикла. Как минимум в плане яркости пережитых эмоций. Разумеется, о консоли в 2008 году бедный тогда еще студент Иван Лоев мог только мечтать. Поэтому о том, насколько прорывной оказалась GTA 4, я узнал исключительно из видеомарафона на одном всем нам известном сайте. А дальше понеслось. Скинувшись с друзьями, мы купили один из первых лицензионных дисков в городе, а стоил он, кстати, тогда дорого, поэтому скидывались мы на троих. И в трепетном нетерпении я принес его домой. Я тогда не знал, что такое Games for Windows Live и Rockstar Games Social Club, и в надежде поиграть уже вечером, ринулся туда регистрироваться. Только спустя пару дней я набрел на удивительный факт. Оказывается, туда пускают только с забугорным почтовым ящиком типа Gmail. Пришлось завести.
Когда чихающие от напряжения онлайн-сервисы пустили уже чуть ли не орущего от нетерпения меня в игру, обнаружилась еще одна оказия. Grand Theft Auto 4 шла на абсолютных минималках с частотой кадров, не превышающей 10. Я там даже что-то через ини-файл вырубал, но не помогло. И тем не менее, я проходил игру такой. Правда, терпения хватило только до момента, когда Дмитрий кидает Нико. В результате пришлось совершать первый, и пока единственный в моей практике, апгрейд железа исключительно ради одной игры. И только после этого я смог нормально пройти GTA 4. И не только пройти. При всей моей нелюбви к сетевым зарубам, в местном мультиплеере я провел довольно много времени и даже честно получил ачивку «Убить человека из Rockstar Games». Кажется, тогда ее просто так не выдавали. Вообще, редкий случай, когда я был хорош в соревновательном мультиплеере. В конечном же счете я, ну, где-то раз 5-6 начинал проходить GTA 4 и дважды довел дело до конца. И при всех неровностях, неоднозначностях и косяках считаю ее одной из лучших в серии. За смелость концепта, за безумное внимание к деталям и всплывающие серьезные нотки. Что ж, а на этом... Блин, ну, я могу поделиться тоже своей историей из жизни по этой игре, но она будет менее интересна, поскольку отмечу, что я никогда не был заинтересован последующими сериями GTA, и помню, как у брата появился Xbox, и он трясся. Вот так вот у него руки тряслись, он держал вот эту четвертую GTA вот так вот. И говорил: «О, ура! Ура! Четвертая GTA-шка! GTA-шка четвертая! Ура! Ура!» Он был так счастлив. У него было столько радости на лице. А я отправился дальше заниматься спортом, как я и занимался тогда на то время. Поэтому мне не были интересны тогда игры. И даже когда я заинтересовался, вдруг, а давайте попробуем поиграть в GTA, компьютер у меня был не особо мощный. И поэтому, да, что-то наподобие вот этих 10 FPS, то же самое у меня было. И поэтому я... потом даже и не пытался устанавливать GTA, либо играть, просто компьютер был слабеньким. А играть в Xbox, на Xbox в GTA у меня не было вообще как бы какого-то даже интереса, что ли. Поэтому так я и не поиграл. Так я и не поиграл и по сегодняшний день, хоть сейчас уже есть уже хорошее железо, хороший компьютер, и уже, блин... GTA 6 должна уже быть, да, наверное? Пятая там есть, там куда там уже GTA, там уже разрослись, в них что-то уже улучшилось. А я до сих пор еще живу в своей Vice City GTA в том времени, и все. Поэтому было интересно понаблюдать, как эта игра выглядит. И для меня, опять же, подобные ролики, это как глоток свежего воздуха, я смотрю такой, ностальжи ловлю от того, что я видел, что играли друзья, играли близкие, все вокруг играли, но кроме меня, и я вот к этому относился как-то, ну, есть да и есть. А сейчас смотришь, так и думаешь, блин, надо нагонять такие подобные игры. На сегодня, пожалуй, все. В следующий раз нас ждет увлекательное путешествие на... Ну, следующее путешествие тоже неплохое. Red Dead Revelation, или как она, Redation? Red Dead... Ну, короче, я понял. Redation или Redemption, Redemption... Много наслышан об этой игре. Дикий Запад. Запасайте овес для коней. А сколько там багов было? Наполняйте баглажки с водой и прочищайте свои револьверы. Эпичное знакомство с Джоном Марстоном грядет. Встречаемся здесь же 5 декабря в ущелье Stop Game.ru. Yeah.
Но все-таки вот эта мелодия заставки GTA мне очень нравится. Она реально кайфовая. А для кого-то, наверное, прям вообще прям близкая. Это был хороший ролик. Мне сказать было за него нечего, поскольку, как вы и поняли ранее, что я не играл в GTA 4. Поэтому я просто молча впитывал какие-то моменты, которые рассказывались об игре. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.